brauche arbeiten. Arbeiten? Ja. Ich brauche ja. arbeiten. Also, ich brauche viel arbeiten. Okay. Also, ich brauche ein Кофе Финден. Потом я вспомнила о маленькой детали, что никто из моих знакомых не руководил компанией. И я поняла, что да, я могу перенаправить свои ресурсы, больше времени отнять от каких-то других своих занятий в немецкий, но почему не получается решить какую-либо проблему? Чтобы решить полностью проблему, нужно решить ее первое во всех плоскостях, второе на всех слоях. При этом условии проблема не будет возвращаться. Давайте разберем на примере. На инструмент вам нужно сначала поставить гипотезу, прописать, как она будет реализована, реализовать эту гипотезу, собрать аналитику по этой гипотезе и на основании этой аналитики поставить новую гипотезу и повторить несколько раз этот цикл, пока вы не найдете ту гипотезу, которая у вас сработала. Важный момент, спойлер. Свое дело может меняться во время жизни, поэтому ни одна из гипотез не является финальной. Тут, наверное, у некоторых из вас будет ко мне вопрос. Окей, Сона, тут нам говоришь о том, что без аутентичности невозможно зарабатывать деньги, невозможно найти любимое дело. Но как вообще стать аутентичным? И это хороший вопрос. Давайте зайдем с другой стороны и подумаем в сторону того, а что вам мешает быть аутентичным. И здесь три варианта ответа. Сценарий. Любой сценарий заканчивается расплатой. Цель любого сценария — это создать такие условия, в которых в конце человека ждет расплата. И поскольку сценарий является неосознаваемой частью нашей психики, часто происходят ситуации, в которых человек сам неосознаваемо создает ситуации, в которых он может проиграть сценарий и в конце прийти к расплате. И именно этим, изучением проблемы со всех сторон и разработкой полного алгоритма ее решения, мы будем заниматься на перепрошивке. Почему перепрошивка решает проблемы? Потому что она находится на стыке психологии, коучинга и базовых знаний о том, как упаковывать себя и свой труд, и как его продавать. Именно поэтому вы получите ответы в разных сферах на ваши проблемы. Я просто не верю, что говорю это, но мы наконец-то подключили рассрочку от Тинькова, господи!